В график укладываются и даже идут с опережением. Строительство нового крытого катка в Магнитогорске в полном разгаре. Его возводят у арены «Металлург». Начали в августе, к концу декабря уже закончат контур здания и приступят к внутренним работам. Стоимость объекта 260 миллионов рублей. Освоено уже 87% финансирования. Сегодня с ходом строительства ознакомился заместитель губернатора области Вадим Евдокимов. Получить деньги — это около 240 миллионов, от федерации это большое дело, и, наверное, область бы долго еще не смогла найти такие деньги, но вот благодаря нацпроектам, федеральному проекту «Спорт. Норма жизни», такие деньги в область пришли. И в октябре 2020 года этот каток откроется, и я думаю, что он будет хорошей тренировочной базой для, в том числе для детей и для тех, кто занимается хоккеем. Особенность катка в том, что на втором этаже будет располагаться площадка для зрителей. Здесь родители смогут наблюдать за тренировками детей, а болельщики – за разминкой игроков. В целом, это стандартная канадская коробка для льда размером 26 на 56 метров. Внутри здания, помимо ледяной глади, будет 5 раздевалок, тренажерный зал и комната для сушки хоккейной формы.